Перспективы в деле обучения госслужащих Владимир Путин сегодня обсудил с ректором Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. Алексей Комиссаров на встрече в Кремле доложил, что за 12 лет подготовлены 400 тысяч чиновников, 500 глав регионов, это выпускники так называемой школы губернаторов при академии. Речь шла и об использовании ученых для решения актуальных проблем. Что у вас понимаете под мобилизацией научного потенциала? Что такое мобилизация научного потенциала? Да, лучшая формировка. Мы вместе с правительством сейчас обсуждаем, как сделать так, чтобы действительно Академия была нужна правительству с администрации президента. Потому что я с огромным уважением отношусь к науке, но хочется, чтобы она максимальную пользу приносила стране. Да, правильно. Потому что и правительство, и администрация привлекают со стороны специалистов, и правильно, и хорошо. Но, конечно, если у нас есть такая база, как РАНХИКС, то она должна быть максимально задействована в проработке тех решений, которые готовятся правительством, прорабатываются в администрации. Конечно, это должна быть базовая структура. Президент также поддержал инициативу возродить Царскосельский лицей в качестве учебного заведения, где к госслужбе будут готовить с юных лет.